Расскажите про клип, название, где он снимался, почему возникла эта идея, вот как бы... Снимали в Лос-Анджелесе. Так. Как возникла идея? Да, именно. Да, почему именно в Лос-Анджелесе? Ничего. Как называется клип? «Черная вуаль». Да, кто написал музыку, текст? Александр Лунев написал музыку, текст Олег Томашевский написал. Снимали мы в Лос-Анджелесе. Режиссер клипа Александр Панов. Так. Все получилось само собой естественно. Он оказался другом композитора. Композитор отправил ему музыкальный материал, ему понравилось. Меня пригласили, в общем-то говоря, на съемки уже в проект, когда был понятен уже состав актеров. У нас не было только главного героя. Мы никак не могли найти, там были кастинги, такие серьезные актерские кастинги. Нашли из местных, насколько это. Да. Он предложил, говорит, неплохо было бы, если бы в нашем клипе снялся Эрик Робертс. Для меня это прозвучало как маленькая такая мечта. Ну, неужели он согласится? Ну, ему показали музыкальный материал. Мы познакомились через скайп, поговорили, пообщались. Он загорелся этой идеей и дал свое согласие на съемки клипа. Мы снимали 2 дня в Лос-Анджелесе. Ага. Понятно. Я-то вообще, честно говоря, думал, что вот в этот формат привлечения голливудских актеров в наши проекты обычно решается просто финансово, а оказывается, там требуется еще как бы знакомство с уровнем материала. Ну, вы знаете, не все в этом мире, в этой жизни меряется только денежными знаками. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24». Классные очки. Пошла в жопу. Дэм, ты послала ту девочку в жопу? Да, и ты как-нибудь попробуй. Это так освежает. Эрик, we on the air already. Okay. Эрик, мы в эфире. До начала передачи мы немного поговорили о России. Вы уже далеко не впервые в нашей стране. Что вы думаете о русских девушках? Русские девушки. Ах, русские девушки прекрасны. Но у меня с этим проблемы. Я сильно женатый мужчина. Я восхищаюсь всеми женщинами, но близко к ним подходить не могу. Знаете, в России сейчас наши политики рассматривают законопроект, разрешающий мужчинам иметь несколько жен. Ну, у нас в стране живет много мусульман, и они активно продвигают этот закон. У вас в Штатах разрешены гей-браки, а у нас вот такая альтернатива в виде многоженства. Я думаю, это прекрасно, но, боюсь, моя жена не разделит моего энтузиазма. А что вы думаете о гомосексуальных браках? Я убежден, что любой человек имеет право любить, жить и жениться на ком хочет. Если это гей-брак, да пожалуйста, что с того? Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».